CF Moto представляет. Вот по лайту так прокатиться. Прокатились, посмотрели. Ничего такого экстремального. С детьми можно смело, с женами ехать. Так что, в принципе, все хорошо. Очень много народа, я не ожидал такого на открытии сезона. Большое спасибо организаторам, то, что сделали такое мероприятие. Валя, все супер. Особенно в середине поездки. Вов, супер. CF Moto. Больше впечатлений вместе.